Всех приветствую, мои дорогие друзья. Меня зовут Юрий Кот, мы продолжаем играть в игрушку Fonin Home. Я сейчас нахожусь возле небоскреба, который мы видели в прошлой серии. Вернее, в конце прошлой серии, когда вышли из пещеры. Сейчас я пособираю кое-какие семена, они нам очень сильно пригодятся. И нам придется вызволять нашу Ани из лап этой мерзкой, отвратительной птицы. Ну как птицы, типа динозавр какой-то, птеранодон или птеродактиль, я не знаю. Но я знаю, что птицы это где-то родственники динозавров, поэтому какая нахер разница, правильно? Вот, я пособирал здесь много всего интересного, полезного. Семена, корешки и все в таком же духе. Вот, кстати, еще корень стоит, давайте, наверное, возьмем. И при помощи светового дрона отвлек этих тамблеров, которых здесь находилось, ну, наверное, штук 5. Я, честно говоря, не уверен, что это сможет их надолго сдержать. И нам предстоит долгий и опасный путь. Дело в том, что я, скорее всего, здесь буду очень часто срываться и падать. Но я попробую. Я надеюсь, что у нас с вами все получится. Нам нужно как-то пробраться наверх. И здесь, видите, вот такие вот балки, швеллера, при помощи которых мы сможем туда пробираться. Но есть некоторое сомнение. Давайте попробуем применить телепорт. Значит, вот сюда и вот сюда. Ну-ка. Да, слушайте, работает. Чисто в теории. Тихо, тихо. Хорошо, заиграла музыка. Я надеюсь, что тамблеры сейчас не будут меня атаковать, потому что будет очень обидно. Попробуй добраться наверх Ани, но берегись птицы. Если она и правда считает Ани своим птенцом, то будет защищать ее, как только сможет. Ну окей, нам придется тогда ее разочаровать очень сильно. В любом случае, должны быть какие-то... Я не знаю... Мы должны как-то попробовать это сделать. Слушайте, но было бы классно сразу переместиться наверх, но я боюсь, что это невозможно. А, давайте попробуем телепортом. Да, слушайте, получается. У нас получилось туда вжарить. Теперь здесь заходим. Тихо-тихо-тихо-тихо, 93%. Слушайте, ну вроде бы выходит. Вроде бы выходит, но наш... Световой дрон, кстати, растворился. Ну, то есть он закончил свое действие. Видимо, сейчас начнутся какие-то проблемы. Сколько у нас их вообще осталось? 8 штук. Ну, все зависит, конечно, от нашей батареи. Окей, я как бы и не против, вроде бы. Но... А, подождите, с другой стороны. Вон, они еще летают. То есть пока нам ничего не угрожает, как будто бы. Нам нужно идти как-то дальше. Как-то наверх. Я, ребят, не знаю, как бы нам поступить... Нужно найти какой-нибудь швеллер или что-нибудь в этом роде. Не знаю, ребят, очень... Это очень сложно, знаете ли. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па, придется повоевать немножко. Куда ты полетел, ублюдок? Слушайте, он, по-моему, к световому дрону пошел, да? А почему он так действует? Не знаю, ребят. Надо как-то с этим разбираться, мне кажется. Хорошо, что будет, если я закину телепорт куда-нибудь вон туда наверх? Получится ли у нас или нет? Значит, телепорт. Вот это же железная стена, правильно? Да, ребят, смотрите, все должно получиться. По этажам, по этажикам аккуратненько, потихонечку, постепенно будем вот так вот перемещаться. Так, сейчас я нахожусь еще выше, но этого недостаточно. Тамблеры рядом, но не нападают. Эта стальная клетка защищает себя, как примитивный электромагнитный экран. А, хорошо, меня это вполне устраивает. Улет, то есть ты не против, если я сделаю несколько неприличных жестов в их сторону? Никто не против, можешь сделать. Но нам нужно как-то дальше перемещаться. День 14, слушайте. И внизу, видите, тамблер полетел. Слушайте, а что, если я перемещусь вон туда, к этой бочке? У нас должно получиться. Да, слушайте, работает. Работает, давайте пробовать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, кубусы, забираем кубусы. Кубусы это то, что нам нужно для наших ячеек. Достигнут предел. Нифига, меня это не смущает. У нас семян не хватает, ребят. Понимаете, в чем дело? Я возьму еще одну бочку с кубусом. Ну или кубус, почему бочку, может быть он просто так выглядит. И фотоники здесь тоже присутствуют. Блин, я надеюсь, что игрушка не вылетит. Потому что она, честно говоря, меня уже подустала. Хорошо, теперь нам нужно пробираться куда-нибудь дальше. Вопрос заключается только в том, куда и как. Ведь... со всех сторон, видите, нужно вот таким вот образом пытаться понять, как же нам действовать дальше. Я могу
Я могу. Давайте попробуем вон туда запихнуть. Не работает. Блин, ну отсюда я пришел. Получается, что я сейчас вернусь просто обратно. Нет, туда даже не получается вернуться, ребят. Что, если я стрельну в эту балку? Да, слушайте, работает. Тогда стреляем еще в бочку и... Нифига не в бочку. Вот, теперь перемещаемся. Немножечко повыше. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. 87%. Пока все достаточно неплохо. А нам нужно как-то переместиться повыше. Анализ ситуации показывает, что тебе нужно подготовиться к значительным энергозатратам. Да, я понимаю. Да, и запасные ремнаборы не помешают. Ремнаборы, согласен, не помешают. Но здесь снова какая-то нищебродская локация. Слушайте, ну придется их, наверное, убивать. Хорошо, могу ли я выше куда-нибудь еще отправиться? Или у нас не получится? Значит, здесь у нас есть вот такие вот швеллера. Швеллера, давайте пытаться подниматься по ним. Других вариантов я, увы и ах, не вижу. Такс. Такс, такс, такс. Аккуратненько. Аккуратненько. Слушайте, давайте, наверное, все-таки сохранимся где-нибудь на вот этой вот штуке. И попытаемся. Попытаемся. Так, я вижу наверху, по идее, если это все из металла сделано, я могу телепортироваться туда. Давайте попытаться это сделать. Да, смотрите, все работает. Все работает, давайте пробовать. Переходим. Аккуратненько. Отлично, слушайте, мы находимся еще на этаж выше, а вон там находится кубус. Вот это был прыжок. Отлично, Ион. Ани, держись, Ион скоро будет. Хо-хо-хо, я надеюсь, что у нас с вами все получится, друзья. Пока все очень сложно, знаете ли. Слушайте, может быть его зафигачить? А, я ж даже не переключился. Постоянно я путаю оружие. Хорошо, что будет, если я попытаюсь перемахнуть куда-нибудь в ту сторону? Чисто теоретически должно все работать. А может быть повыше? Может быть повыше, смотрите, здесь вот такая балка есть, на нем можно было бы попробовать встать. Сохраняем игру где-нибудь вот здесь. И перемещаемся, ну я прям даже не знаю, наверное куда-нибудь. Слушайте, работает, а ну давайте. Попытаемся пролезть. Тут, наверное, нужно... Э-та-та-та-та. Слушайте, я жив, все хорошо. Здесь у нас находятся фотоники, мы сейчас их заберем. И очень хорошо, что на нас не нападают эти тамблеры. Слушайте, ну было очень высоко. Было очень прям высоко. Большой этаж, кстати, высокий. Теперь нужно каким-то расчудесным образом перебраться дальше, выше. Слушайте, фотоники взять не могу. Давайте попробуем что-то скрафтить. Ведь вам необходимы вот эти вот ячейки. Облицовка у нас пока есть. Но нет нифига других материалов. Топливо. Топливо тоже возьмем. Для чего нам нужны фотоники? Фотоники нужны для ремонтной платы. Ну давайте сделаем еще одну. И заберем. Ну раз у нас есть такая возможность, почему бы как бы и нет. Слушайте, а как же дальше пробираться? Нужно как-то вот... Наверное, знаете как, ребят? Придется... Придется залезть сюда, наверх. Но есть некоторое сомнение. Так, телепорт. Пытаемся. Отлично, работает. Теперь сюда. Я, по идее, должен встать на вот эту балку. Я надеюсь, что я не упаду. Мне бы не хотелось... Отлично, отлично. Слушайте, вполне себе неплохо. Теперь нужно дальше просто попасть. Блин. Энергозатраты. Это очень плохо. Ждем 14 секунд, потому что я бы мог как бы перемахнуть. Я боюсь просто упасть. Будем сейчас кататься по вот этим швеллерам и выезжать дальше. Давай, 2 секундочки, ты меня пропустишь. Я очень на это надеюсь. Это-то-то нет! Ах ты ж кусок дерьма, ну серьезно, ну не может так быть. Ребят, это печально, это печально, я... Ладно. Давайте сразу тогда перемещаться на вот эту сторону. По-моему, должно быть все хорошо. Значит, вот так. И вот так. И перемещаемся. Так, смотрите, все работает.
Теперь нужно просто взять и аккуратненько здесь пропихнуться. Вот сюда на уголочек. Как бы нам поступить дальше-то? Мы находимся совсем недалеко. Я бы хотел переместиться на вот этот этаж. Но я боюсь, что нам не удастся этого сделать, ребят. Как-то нужно все по красоте делать. Слушайте, но у нас... Я умер? Да ладно, твой сигнал пропал, Айон, прием. Вот, видите, как все плохо. Все очень, мать его, плохо. Фу, сложно, трудно, но возможно. Я это прекрасно понимаю. Слушайте, а может его захерачить? Че он здесь ползает? Одним будет меньше, правильно? Я просто беру и трачу патроны, конечно же. Что может быть лучше? Такс. Ребятки, я не то сохранение, видимо, загрузил. Давайте пытаться загружать какое-нибудь другое сохранение. 746, 744, 745, 729, 715. Хотя, слушайте, вроде бы да, все то, других у нас и нет. 746. А, ну правильно, вон у нас внизу есть фотоники. Блять, ну это так высоко, серьезно, ребят, я не смогу туда забраться. Так, слушайте, а что если я попробую замастырить вон туда, на тот этаж? Да, ребят, получается, быстрее туда. Погнали. Так, здесь нам придется немножечко вот так полетать. Хорошо, хорошо, отлично, мы находимся еще ближе. Ты уже близко к цели, готовься к бою. А, да, конечно, я сохраню сейчас, мы будем готовиться к бою. Почему нет? А, может быть, сразу отсюда начать по ней стрелять? Ведь, по идее, нам ничего не грозит, мне кажется, она не сможет сюда пройти. Хотелось бы подняться еще повыше куда-нибудь. Как бы нам это сделать? Вот, заиграла музычка, слушайте, она еще сейчас агрится на нас. Я вижу ее крыло, в принципе. Короче, у нас сейчас будет эпичный бой с птеродактилем. Что если я выйду дальше? Нет, ребят, мне все равно нужно перемещаться куда-то на другую платформу. Вот даже, может быть, вон туда. Я могу себе это позволить. Значит, телепорт. Нет, так это работать не будет, к сожалению. Может быть, туда? М-м. Может быть, вон туда? Да, ребят, работает, давайте пытаться туда переместиться. Это-то, отлично. Отлично, просто, мать его, замечательно. Я вижу ее крыло. Удачи, мой храбрый друг. Вали отсюда нафиг, серьезно, это моя подружка, ты ее, короче, забрал, и мне нужно теперь, короче, ее просто взять, короче, и освободить, а ты, ублюдок конченый, иди отсюда, ты чудовище, вообще не человек вовсе даже. Слушайте, ей как-то совсем херово. Я надеюсь, она там не топчет нашу Ани, потому что это будет очень печально. Слушайте, она улетела. Она улетела! Мы ее победили, отлично! Но теперь нам нужно как-то перебраться тоже куда-нибудь туда. Как бы нам это сделать? Я предлагаю сохранить игру снова на 7.29 где-то... Слушайте, она вернулась. Она вернулась, это очень плохо. Хорошо, возьмем теперь, наверное, снова... Да, да, это работает именно так. Погнали! А-та-та-та-та, слишком высоко мне сюда не нужно. 87%, слушайте, по-моему, даже неплохо. Так. Отлично, отлично, все хорошо. Иди нафиг отсюда, не нужно ее убивать. Пошла нахрен. О, ребят, а как же мне тут теперь попробовать переместиться-то, а? Она улетела, она будет возвращаться теперь каждый раз. Понимаете, в чем самая большая проблема?
Да, она вернулась. Она вернулась. Но как же мне теперь отсюда свалить? Нихера! Короче, пока она облетает, мне необходимо что-то делать с Аней. Но я сейчас просто упаду сквозь эту дырку, понимаете, в чем проблема? Иди нахер! Давай, давай, давай. Опа-па-па-па. Нет, ну она же меня сожрет, твою мать! Она же меня сожрет, она меня бьет! Иди в зад, серьезно! Ну, стреляй! О, Йон, у тебя осталось всего 10% от максимального запаса энергии. Главная задача сейчас восстановить энергию. Слушай, знаете, что я думаю? Это, собственно говоря, с другой стороны подойти. Мне почему-то так думается. Я, конечно, не уверен. Слушайте, я уже валяюсь мертвый, но все равно продолжает меня херачить. 7.49. Ну хорошо, тогда я попытаюсь с другой стороны подойти. 87%. Как бы нам так это сделать по красоте-то, а? Как бы нам так это сделать? И ведь ячейки-то у нас, смотрите, исчезают просто со скоростью света. А она по мне достает. Вот в чем проблема. Хорошо, а что мы можем еще себе позволить сделать? Какие у нас есть плюхи? У нас есть улучшение памяти. У нас есть... Это все неактивно. У нас есть щит, кстати. У нас есть щит, друзья. Аттрактор есть. Есть труба, но с трубой мы не сможем ничего сделать, мне так кажется. Иди взад, серьезно. Так, я бы не прочь бы вон туда отправиться. Как бы нам это сделать? Нужно как-то вытянуть. Так, улетает, улетает. Улетает, твою мать! Ты ж уже как бы типа это. Нет, это слишком высоко. Так, допустим. Вот, смотрите, вот она здесь находится. Ба-б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 а. Нифига, 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 иди взад. Охереть, слушайте, она сейчас меня просто затопчет здесь. Где мой... Где? Где мой ремонтный набор, слушайте? Я его сделал и потом, видимо, опять сложил, да? Моя плата, платочка моя. 80%. Берем ячейки. Так, пока мы находимся вместе с Аней. Теперь нужно как-то отсюда свалить по-шустрому. Я пока сохраню игру. Отлично. Отлично, друзья. Слушайте, знаете, в чем проблема? Там остались ништяки, но я, сука, жадный хрен. Я хочу их забрать все. Братан, да иди ты нафиг! Ну! А как мне теперь спуститься? Я понимаю, что мне нужна вот эта штука, которая называется кинетический демпфер. Но знаете, в чем проблема? Мне нужно будет переключиться с него на... В общем, вы поняли. Хорошо, я буду пытаться делать. Значит, я сейчас открою портал, потом спущусь вниз, потом заберу с собой Ани. Наверное, так будет вполне себе неплохо. И только тогда мы будем предпринимать попытки что-то делать. Во-первых, хотелось бы проверить, будет ли разбиваться стекло. Стекло нифига не разбивается. То есть мне нужно сейчас оставить открытым телепорт, падать вниз и там открывать второй шлюз. Вот тогда все будет у нас с вами хорошо. Я надеюсь, ты не упадешь за мной, потому что тебе это реально не нужно. Ну что, ребят, поехали. У нас, кстати, дождь начинается. У нас начинается дождь, это очень херово. Так, значит, включаем. Давайте снова себе напомним. У нас-то шестое. Шестерочка. Шестерочка. Я могу включить. Я могу включить. Погнали. Так. Есть такое. Шестерочка. Падаем. О-о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 -
Быстрее! Ани, давай ко мне! Быстрее! Господи! Что не так? Что не получается? Слушайте, не работает эта фигня. Она не хочет заходить.
Ну, ты должна успеть! О, господи, я перепутал телепорт с моими выстрелами. Вы можете себе представить эту жесть? Вот это храбрость, Ион. Не называйте меня тупым, друзья. Просто я... Я слишком переживаю, я запарился. Так. Похоже, теперь птица для тебя больше не опасна. Но не слишком-то важничай, падать все равно далеко. И берегись тамблеров. Да мы спаслись как бы вообще-то. Типа. Задача обновлена. Идти на запад. Ребят, у нас... К северу открылся новый портал. Порталов с такой сигнатурой я еще не видел. Поставил себе метку. Давайте дочитаем. Три выключателя. Спасая Ани, мы включили тревогу. О, как же это все плохо. Но по-другому поступить ведь было нельзя, правда? Да, да, нельзя. Что у тебя? 76%. В принципе, с жизнями у тебя все хорошо. С коррозией у тебя все плохо. Я очень долго к тебе шел. Но, ребят, мы сейчас попробуем исправить эту ситуацию. Мне нужен Крианобль, это как бы раз, и сваливать. Пожалуй, я сохранюсь и воспользуюсь световым дроном, потому что других вариантов у нас, к сожалению, нет. Так. Значит, пуляем световым дроном наверх, пусть они валят туда, все эти ублюдки, а мы пойдем дальше. Что, куда он улетел? Куда он улетел? Ладно, ребят, придется только, видимо, отбиваться от них. У нас осталось совсем немножко времени. Нам бы как-то спуститься аккуратно здесь нужно. Фу, так, возьмем наше оружие. Блин, как бы тебя спустить здесь аккуратненько так, а? Тихо, тихо, тихо. Нажимай, стреляй, 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 стреляй. Ты можешь? Хорошо, один улетел. Второй остался. О, ну нихера, вас как-то много, ребятки. Иди взад, твою мать. Так, слушайте, троих прогнали, но... Наверное, этого недостаточно. Быстро спускайся. Нам вообще в ту сторону нужно идти. Внизу еще один чувак, смотрите. Мы как раз упадем, и он нас лапает, сапает. Так, становись. Он к нам летит. Он летит к нам. Сейчас мы его прогоним и пойдем дальше. Хорошо, отлично. Просто замечательно. Ну, давай, спускайся, ублюдок конченый. Да иди сюда, я тебе говорю. Слушайте, а могу ли я при помощи телепорта... Да, ребят, я могу. Я могу телепорт позвать вон туда. Погнали. Погнали быстрее, господи. Как же это страшно. Отлично. Так, переключаемся на оружие. Забираем Крианобль и просто валим отсюда нафиг. Ани, ты где? Не теряйся. Слушайте, ну это было жестко вообще. У нас получилось. Мы, конечно, очень много израсходовали жизни и всего остального, но тем не менее. Слушайте, энергоячейка как раз получается у нас. Так, что это такое? Корни. Давайте добудем. Лишними они точно не будут. Слушайте, ну получается, мы всех перебили, как бы, и теперь остается только зайти в этот портал. Но я бы семочек-бубочек бы собрал. Чтобы потом войти в портал. Есть еще одна причина, почему нам стоит избегать тамблеров. Они резко активизировались после того, как ты столкнулся с теми несколькими. Больше не стажер. Если так пойдет и дальше, ты больше не сможешь... Да, они же живые, они общаются и защищаются. Ребят, я семена вижу. Мне нужно к семенам пойти. Я почти уже забыл, что вы живчики. Ну, птица, короче, нам уже не сможет ничего сделать. Она просто сидит там и орет. Понимаете, в чем дело? Так, семена, семена, семена. Вроде бы как бы и все. А тут грибочки есть, давайте их тоже возьмем.
Кто-то поет. Один. Да, я вижу, Тетрери находится. Похоже, вон там, на том желобе стоит. Тихо, тихо, тихо. Давайте, давайте дадим отпор этому ублюдку. Ладно. Все успели сделать как нужно. Так, а здесь у нас чего, лава? Здесь-то как бы у нас лава, но нам нужно теперь как-то вместе с Аней идти дальше. Понимаете, в чем дело? И здесь стоял кусок металлолома, при помощи которого мы могли бы переместиться куда-нибудь дальше. Но, блин, как бы нам поступить? Ай, та-та-та-та, ладно! Ну, я по тебе попадаю, сучка ты такая. Нормалек. Нормалек. Так, Аня, ты где у нас? Ты далеко или недалеко? Блять, 36%. Слушайте, это очень дофига коррозии. Иди ко мне. Иди ко мне, моя маленькая бубочка. Такс. Такс. Вот где-то здесь мы можем сейчас упасть. Наверное, нам необходимо это сделать. 39%. Пока жив, пока жив. Пока держимся, ребят. О-о-о-о. Знаете, ребят, вот здесь вот все очень плохо. И ведь снова идет дождь. Надо было его пережить. 37%. Да не, ребят, ну, блядь, нереально, серьезно. Дождь начинает заставать себя врасплох. Вообще непонятно в каких чигирях. Невозможно что-то сделать. Можно было бы, конечно, в небоскребе переждать, но все слишком сложно. В общем, я все еще надеюсь на ваше сохранение, если у вас все намного лучше, чем у меня. Так, я бы переместился куда-нибудь туда. Значит, берем тебя. Ну, у нас сейчас не получится с тобой, наверное, это сделать. У нас сейчас не получится это сделать. Давай, лети, 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 лети. Хорошо. Поднимайся. Отлично. Куда дальше-то? Дальше на вот эту штуку. Вроде бы как. Давайте пробовать. Че, у нас все равно нет шансов никаких, ребят. А-та-та, 32%. Так, ставим пока себя. Пока отдыхай. Фу, слушайте, ну это было достаточно тяжело. Что у нас с энергоячейкой? Не хватает крионобля. Крионобля не хватает, бля. Когда музыка заканчивается, пора на улицу. Да, у нас закончился сейчас и дождь. А я бы забрал, но знаете что, я не буду этого делать. Вот нахер, не пойду я туда. Я буду брать себя и пытаться побыстрее отсюда свалить. Нам нужно это сделать, нам необходимо это сделать. 96% до портала остается. Ребят, ну как так-то? Я не хочу здесь просто взять и сдохнуть. Понимаете, в чем дело? Вон там фотоники, кстати, есть. А как же нам спуститься? Слушайте, а что если... Да, 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 я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Я знаю, что нам нужно делать. Нам нужно просто переместиться на вот этот вот утес. Чисто в теории должно получиться. Давай, 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 давай. 32%, хорошо. Вот здесь мы сможем спуститься вообще абсолютно без каких-либо-то проблем. Отлично. И здесь же есть Крионобль. Спускайся. В портал мы не пойдем. Заберем немножечко фотоников. Ай, да ладно, что ж ты будешь делать? Иди нахрен! Отлично, получилось все. Слушайте, идемте, наверное, в портал как раз по дороге с фотониками с этими. Ну вот нафиг, нафиг, я не хочу здесь, чтобы что-то с нами произошло. 32%. Мне нужна энергоячейка. Так, снова нападают, нападают. Отлично, мы отбились. 61% у нашей Ани. Идем дальше. Бабочки нам не причинят никакого вреда, твою мать! Слушайте, у нас быстро получается с ними разбираться. Но фотоники мы заберем. И еще фотоников заберем. Так, 45 метров. Ну, я надеюсь, это метры. Не знаю, метры или не метры, но... А, Тетрери, слушайте, лежит прямо вот здесь. Я, пожалуй, его тоже возьму. Ну, а почему нет? Слушайте, так нам сюда и нужно. Нам-то сюда и нужно, как раз, друзья. Отлично, забрали Тетрери.
Так, ну что, тебя же как-то нужно теперь забрать наверх, наверное. Это я должен вот постараться как-то вот сюда забраться сначала. Есть такое дело. Теперь я возьму. Вот, порядок. Вообще порядочек. Принеси 48 единиц тетрерия. Все это строение поет. Вокруг полно тетрерия. Собирай весь, какой найдешь. Тихо. Ну, блять, какого хера? Ладно, знаешь что, находись-ка ты, наверное, где-то здесь. Раз нам говорят, что все строение поет, мы будем сейчас как-то находить. Я надеюсь, у нас получится. Корни. Корни будем забирать. Знаете, прежде чем сигануть в портал, наверное, нужно насобирать побольше тетрерия. У нас сколько? Половина хоть наберется. Давайте посмотрим, сколько у нас есть. Нам нужна клавиша L. 20 из 48. Не волнуйся, Аня, успеем собрать. Успеем собрать. Придется. Вокруг это имеется в виду где-то в окрестностях, да? Насколько я понимаю. Там фотоники есть, их я, пожалуй, заберу. Так, берем раз, берем два. Это все, что нам необходимо. Чего музыка не играет? Почему все так плохо всегда? Вот у меня появилась еще одна метка, якобы которой я могу пойти. Но есть сомнения. Слушайте, там еще фотоники. Я не могу их пропустить, это нам все очень нужно. Такс. Хорошо. И вон там тетрерий тоже лежит. Ребят, ну что, тогда, наверное, мы будем на этом серию заканчивать. Тут относительно спокойно. Я насобираю тетрерия сколько смогу. В следующей серии я обязательно вам скажу, сколько штучек мне получилось его найти. И будем двигаться, насколько я понимаю, в следующий портал, который находится совсем-совсем недалеко. Я надеюсь, что серия вам понравилась. Если так, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на паблик, на канал, на второй канал. С вами был Юрий Кот. А пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео. Скоро увидимся.